В Алматы продолжается дезинфекция улиц и социальных объектов в условиях карантина. Сегодня стартовал уже 18-й этап санитарных работ. За смену работники городских служб обеззаразили почти 3000 жилых домов и свыше 1300 дворовых территорий, в том числе в Ауэзовском районе. Усилены работы и в очаговых зонах. Айнар Финарикпаева с подробностями. В этом жилом доме 4 подъезда, и для того, чтобы обработать один, у специалистов уходит 5 минут. В целом, на дезинфекцию всего многоэтажного дома и площадки требуется полчаса. Рабочий день у бригады дезинфекторов начинается с 8 утра. Сегодня специалисты одними из первых обработали дома в первом микрорайоне. Мы обрабатываем специальным средством акмахлор. Это средство 4 класса степени опасности при попадании на кожу. То есть попадание на глаза, на кожу – это не так вредно. И третий класс степени опасности при попадании в желудок. Концентрат у него на тонну воды мы разбавляем 200 таблеток. Всего по Ауэзовскому району работает 7 бригад. В каждой из них до 10 человек. За 3 дня 18-го этапа специалисты планируют охватить 1746 жилых домов. Активное участие в проведении дезинфекционной обработки принимает и председатель местной обслуживающей компании. У нас еженедельно, понедельник, четверг, проходит дезобработка, как именно в подъездах по дому, и также мы делаем ночную. Именно деревья мы опрыскиваем. Но это правда в час ночи бывает. Именно когда люди, мы закрываем и объявления пишем, чтобы окна были закрыты, потому что запах едкий. Но, по крайней мере, эффект есть. Ребята помогают. В первый день 18-го этапа силами 447 человек обеззаражено около 8000 подъездов и свыше 1300 дворовых территорий мегаполиса. А вот для проведения санитарной обработки очаговых зон бригады выходят на смену ежедневно. На сегодня в городе осталось всего 17 опасных участков, где ранее были выявлены носители коронавирусной инфекции. Айнар Рафина Рихпаева, Мирами Сабеков, телеканал Алматы.